То есть вот есть что-то такое незыблемое, что всегда будет этим незыблемым. Вот. Хотя с точки зрения социальной физиологии, в общем-то, незыблемого ничего совершенно не существует, и все склонно к переменам. И вот та модель общества, которая присутствовала, та ценностная модель, которая присутствовала, она сейчас продемонстрировала свою неэффективность, полную нежизнеспособность, и поэтому общество в том виде, как оно было, оно вот на сегодняшний день де-факто распалось, и мы это видим просто физически. При этом мы видим некое единение людей вокруг других целей, которые сейчас происходят. И в зависимости от того, вокруг каких именно целей сейчас объединятся люди, вот в зависимости от этого зависит будущее этих людей.